Книга пророка Захарии, глава 14, стихи с 5 по 11. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, царя иудейского. И придет Господь мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Ремона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населиться от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамиила до царских точил, и будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Послание к филиппийцам святого апостола Павла. Глава 2, стихи с 5 по 11. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи 16 по 22. Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте. Написано было ⁇ Иисус Назурей, царь иудейский ⁇ Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города. И написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, не пиши царь иудейский, но что он говорил, я царь иудейский. Пилат отвечал, что я написал, то написал. Святой Иоанн Златоуст О подражании Христу Как во всех искусствах и упражнениях мы смотрим на учителей и таким образом напечатлеваем искусство в душе своей, при помощи зрения извлекая для сего некоторые правила, так точно, если мы хотим подвязаться и научиться подвязаться хорошо, то будем взирать на Христа который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. То есть он мог бы и не страдать, если бы захотел, ибо он беззакония не сотворил. Как и сам он говорит в Евангелии, «Грядет князь мира сего, и во мне ничего не имеет». Следовательно, он мог бы, если бы захотел, не идти на крест. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее, говорит он. Если же Он, не имея никакой нужды быть распятым, распялся для нас, то не тем ли более справедливо нам переносить все мужественно. Пусть Он умер. Но для чего поносною смертью? Ни для чего иного, как для того, чтобы научить нас ставить ни во что славу человеческую. Потому Он и избрал такую смерть, не быв причастен к греху, дабы научить нас мужественно встречать ее и ставить ее ни во что. Итак, когда мы будем терпеть что-нибудь подобное, то будем взирать на Христа. Почему? Потому что вся жизнь Его была исполнена скорбей». Он часто слышал, как называли его беснующимся, обманщиком, чародеем. Иногда иудеи говорили, не от Бога этот человек, а иногда он обольщает народ. И вчера действия обвиняли его, и в том, что он беснуется и имеет беса. Не правду ли, сказали мы, говорили, что он беса имеет и неистов? Такие отзывы слушал он от них, тогда как благотворил им, совершал чудеса, являл дела Божьи. Если бы он слушал это, не делая ничего подобного, то не было бы удивительно. Но если он, научая истине, был называем обманщиком, изгоняя бесов, был порицаем имеющим беса, истребляя все противное, был называем чародеем, то не крайне ли это удивительно? Ибо на него непрестанно возносили такие обвинения. Если хочешь знать и те насмешки и порицания, которые были направлены против него и которые особенно возмущают наши души, то послушай, как смеялись, во-первых, над его происхождением. Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария и братья его Иаков и Иосий? И над отечеством его смеялись, говоря, что он из Назарета. Но он переносил все эти насмешки. Хочешь ли видеть и те оскорбления, которые были наносимы ему при самом кресте? Кланились ему в насмешку, били и заушали его, и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя!» Подносили уксус и говорили, «Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси себя самого, если ты сын Божий!» Даже раб архиерейской ударил его, а Господь сказал, если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня? Издеваясь над ним, одели его в хламиду и плевали ему в лице, и постоянно ругались над ним, искушая его. Не часто ли, скажи мне, он удалялся то в Галилею, то в Иудею? Не отпелен ли подвергался он многим искушениям? Не младенцем ли он был, когда мать, взяв его, убежала в Египет? Будем же, возлюбленные, постоянно вспоминать об этом. Будем ночью и днем содержать это в мыслях своих, зная, что это принесет великие блага, что мы получим отовсюду великую пользу. Великое, поистине великое утешение для нас — страдания Христовы. Этот путь добродетели Христос считал столь прекрасным, что и сам шел по нему, не имея в том нужды. Скорбь признавал он столь полезную для нас, что с нею не может сравниться никакая радость. Ибо послушай, что он сам говорит. «Кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Таким наставлением он внушает как бы следующее. «Если ты ученик, то подражай учителю, ибо это свойственно ученику. Если же он шел по скорбному пути, а ты идешь по радостному, то ты идешь не по тому пути, по которому шел он, а по-другому. Какой же ты последователь, когда не следуешь, какой ты ученик, когда не подражаешь учителю? Великое благо, скорбь. Она очищает грехи и делает нас мужественными. Но что скажешь, если она преодолеет и погубит? Нет, не скорбь делает это, а наша Леность. Как так? Если мы будем бодрствовать, если будем молить Бога, чтобы Он не попустил нам искуситься больше, ежели можем, если всегда будем преданы Ему, то мы устоим мужественно и выдержим борьбу. Доколе мы будем иметь Его своим помощником, то хотя бы сильнее всяких бурь нападали на нас искушения, они будут для нас сеном и листьями, легко уносимыми ветром. Будем же содержать это в уме, возлюбленные, Будем помышлять об этом, будем помнить это, и мы никогда не падем духом, хотя бы нас обижали, хотя бы лишали собственности, хотя бы причиняли нам тысячи других бедствий. Дай Бог нам благоденствовать на небесах, а все здешнее сносно. Дай Бог нам достигнуть блаженства там, а все здешнее нисколько не важно. Это тень и сновидение каково бы оно ни было, но в сравнении с будущим и ожидаемым нет ничего тяжкого ни по свойству своему, ни по продолжительности. Что можем мы сравнить с тамошними мучениями, с огнем неугасаемым, с червем неумирающим? Что здешнее может сравнить со скрежетом зубов, заключением во тьму кромешнюю, яростью, печалью и воздыханием? И по продолжительности, что десятки тысяч лет в сравнении с беспредельными и нескончаемыми веками, как немалая капля в сравнении с бесконечной пропастью. А тамошние блага, они несравненно превосходнее здешних, и они также будут продолжаться в бесконечные веки. Посему не стоит ли для них тысячекратно пострадать, быть убитым, быть сожженным, претерпеть тысячи смертей, перенести все, что только есть ужасного и на словах, и на деле? Ибо если может случиться, что мы будем гореть в огне и жить, то не следует ли переносить все, дабы удостоиться обетованных благ? во Христе Иисусе, Господе нашим, с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.